Господи. Привет, девочки. Вот мы гуляем. Такая погодка. Наталья Фадеева. Мы пошли на лыжах гулять. Прогуляться сегодня денечек такой хороший. Вот я на лыжах стою. Лыжи у меня простые, с валенками. Тут рядом с домом. Посмотрите, какая зима у нас. Посмотрите. Солнышко идет к закату уже. А это у нас воинское кладбище. Это воинское кладбище. Как говорится, ну тут похоронены воины. Из-за рубежа 9 мая люди приезжают. Это старое воинское кладбище. Нынче его ремонтировали. Вот забор покрасили, новый забор поставили. Посмотрите, какие у нас деревья красивые. Зимний лес такой. Красавица. Вот. Это у меня Сережа с Мухтариком. Мухтарик! Мухтарик, привет! Вот Мухтар мой. Мухтар мой, Мухтар. Все, иди, иди, иди. Вот, решили прогуляться. Иди, Мухтарик, иди, иди. Вот такая красота у нас. 100 лет не была на лыжах. Ну ничего. Вроде бы идет все нормально. Куда? Вот сейчас на солнышке видим. Выйдем. Там поляна большая. Круг поляны поедем. Я без палок. Иду. Спортсменка. Комсомолка. Да. Вот, посмотрите. О, какая прелесть у нас. Вот, посмотрите, какие памятники тут рядом подошли. Много очень. Ой, какая красота. Небо чистое, чистое. Сегодня морозный денечек такой первый в этом году. И первый такой хороший за последние полгода 19-го. Очень понравилось. Вот так вот. Вот видите? Вот. О, как красиво. Такая погода сегодня у нас хорошая. Ну, мы поехали. О, солнышко. Потом включусь еще. Девочки, вот мы на поле пришли. Посмотрите, как хорошо. Вот сейчас вокруг этого поля пойдем. Тут 1,5 километра. Вот такие елочки. Смотрите. Девочки, вот мы на поле пришли. Посмотрите, как хорошо. Вот сейчас вокруг этого поля пойдем. Тут 1,5 километра. Вот такие елочки. Смотрите. О, какая красота. Мухтарик бежит за мной. Мухтарик, тихо. Тихо, я упаду, тихо. Тихо. Вот, смотрите, какое поле. Ой. Сегодня погуляем. Потом в баньке помоемся. Банька у нас затоплена уже. Вот. Красиво, правда? Потом еще снимем.